это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Это позор. Как бодрость. Да, я шлем купил. Вот линк. Ой, блядь. Вот линк. Ой, блядь. Они брод, сука, не тукну. Ой, блядь. Вот, слушай, настоящий рэп. Сейчас я тебе покажу. А помнишь, как она зашла опять пьяная с подругой? Они нас еще напасали. Вот это другое дело. Как подлюбила мужчиной, прости. Твоя сценария за себя отвечать не можешь. То есть я не ведусь на провокацию. Вот это вот другое дело. То есть для тебя настоящий МС мастер слова. А это провокация. А вопроса не было, короче. Тихая ночь, тишина. Мы остались не вдвоем. То ли влюблена она в меня, то ли я пьян. И не могу понять, да какая разница. Иди ко мне, обниму тебя, моя ты безобразница. Я сяду за руль своей БМВ и увезу тебя к себе от грусти и ночной печали. Далекие края или домой, неважно уже. На БМВ, да хуя лаве. И уже нам похуй, лаве или лови. Ты будешь со мной, не печалься, малыш. Обниму тебя руками крепкими и даже скажу, что люблю тебя. Чё, бля? Ночь, престижный клуб, взрыв неоновых огней. А я сплю и думаю о ней. Интересно, что ответ скажет она на вопрос. Вы нихуя музыки не соображаете. От автобуса до дома поговорил с мамой грубо. Около аптеки рядом с домом встретил лучшего друга. Родной, что случилось? Горло простудил. Отдал в рот бабе, теперь нужен мироместин. Значит, отсрочили тебе сочный миньет. Жаль, моя меня так не балует. Мы с моей заюхой первый месяц только обнимались. Вчера вот первый раз поцеловались. Твою как зовут? Лиза? Мою тоже. Вкусы на девочек, видимо, у нас похожи. Только ты богатый и крутой, а вот я отработал на заводе и иду домой. Да, сколько лет твоей зазнобе? 23. Братишка мои тоже. Ты посмотри, нашли себе любимых. Возраст имена. Я со своей не спал, у тебя сразу в рот взяла. Ну, красавчик, братик, лучше как всегда. Чё ты смеёшься, Марзолоти? Ну, чё смешного? Смотри, скажи, пожалуйста. Кто с тобой вчера была? Чё ты смеёшься? Объясни мне. Звезду стриптиза. Так, не понял, откуда фотки моей Лизы? Ночь, престижный клуб, взрыв неоновых огней. А я сплю и думаю о ней. Интересно, что ответ скажет она на вопрос? Ты не, не, а что смешного? Давайте, ну, а, не, да, не, а, давайте так. Вы слушаете эту ебаную шляпу из Криптонита и Шакам. А тут что смешного? Это автогол, дядя. Игра в одни ворота. А что, кстати, диджей дядя сейчас стримит, надо ему на оценку отправить. Так, как же хуево, продолжайте. Песня топ, нужна рок-версия. Какая же это хуета? Звук говно. Басуха лупасит, текст, что надо. Рифму во, сведение во, бит во, батла во, клип во. Какой стример такой рэп? Батла, поставь плюс в чате. Если дед, ПО совместительству. Денис Сухачев держит тебя в заложниках. Они старались, у них получилось опять хуя. Если не слушать, то в принципе норм. Фу, сука. Вот такая вот любовь. Фу, сука. Фу, сука. Грустный трек. Мне понравился. Не, ну, стиля складно, только женственно как-то. Ганста рэп. Ох и хуйта. Хватит уже этот детский сад устраивать. До выхода этого трека я жил напротив психбольницы, но после прослушивания данного шедевра живу напротив своего дома. В чем концепция? Пьяные губы видно. Вот что за жесткий рэп. Наш ответ Эминему. Это что он там мямлит? Дял в рот бабе. То есть это Лиза с сюрпризом, что ли? Фу, сука, что за клип? Глаза пенные видно. Скуф пена под этот трек насувал девочке. После дедушка, прослушивания привет. Этого шедевра думаю, я обосрался. Два сорокалетних чела пытаются выглядеть и звучать как молодежь.
Фендер. Тужились, тужились, и вот вы давили Гибсон, клипах под Фендер. 12 атмосфер. Дядя У вас стрим. Почти получилось. Чудики Мгага. Оцени, пожалуйста, наш новый шедевр. Что за глэк на экране? Это дядя Джедай. Замкадлиш, это Батуашкин друг. Ну, с его группы, лейбла. Это Чипинкоса брат тоже. А прикинь, он включит твой трек, а сам будет пиздеть про девочек из чата и хуй класть на то, что ты там написал. Так, аноним дроп. Не наш, не того очередь. Блять, он походу спиздил донат. Ты падла, блять! Вот теперь представь лицо Зиблов. Они просят тебя привет передать. Козёл, верни бабки! 200 рублей сожрал! Кушай, не обляпайся, чмоня. Говно такое, 200 рублей! Настояние мощь. Сейчас внимательно на лицо смотрите. Ну я фильм этот обожаю. Пятница. О, пошла. Так. Спасибо, Артур. Большое спасибо, респект, стоп. Блять, это что за пидорасы в чате? Так, что тут у нас? Из-за этого трека вы мозги не ебете. Сейчас посмотрим, что это за дно очередное. В смысле, дно, ты чё, охуел? Это у тебя там дно. Глад в Аласках. А почему у тебя почти миллион подписчиков, ёбаный в рот, а 13 тысяч просмотров, пиздец. Ребята, что вы творите? Глад в Аласках по беспределу, просто по беспределу. Помню Гладу по беспределу, лям подписчиков на канале и 13 тысяч просмотров. Блять, аплодисменты. Это круто! Миллион подписчиков и 13 тысяч просмотров. Так, ты давай включай, это охуенно. После этого уже можно дальше не смотреть этот клип. Того рот топтал миллион подписчиков и 13 тысяч просмотров. Включай, давай, твари, две сотки. Это пиздец, это охуенно. Две сотки, Вена, давайте посмотрим на этот шедевр. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, Заха. А чё за звук пропал? Чушь, ребята. Звук, у него звук аж пропадает. У него звук даже пропадает. Ты дура, блядь, у тебя звука нет. Ой, блядь, это я хотя хуй думать, лям подписчиков, 13 тысяч просмотров. Носки, охуенные носки зеленые. Это детские носки. Чё? У кого-то минус, а у кого-то плюс. Сейчас батуашка, бля. Я даже его видел. Ну, бля, это что? Ночь, престижный клуб. Ебаный в рот, престижный клуб. Ебаный насос, это позор. Этот чувак что, в караоке микрофон записывался, что ли? Я не понимаю. Конечно. Он звучит как караоке микрофон. Этот на мобилу записывался. Кто с его лицо?
Друг мой, что с твоим лицом? Друже, что с твоим лицом? А стоит, ты видел, ты дура, тобой? Ты что себя видел? Подожди, да, это вступление легендарное. Посмотрим еще раз. От автобуса до дома поговорил с мамой. От автобуса до дома поговорил с мамой грубо, в аптеке встретил друга. Скорее, микрофон. Что случилось? Горло простудил. Отдал в рот попить, теперь нужен мне ранитин. Значит, отврачили тебе. Жаль, моя меня так на полу нет. Не, я понял, ребята, я понял. Это прикол такой. Ну, пацаны тянут прикол, потому что, ну, по-другому это никак. Он каблучник? Кто каблучник? Ёбаный в рот, что творится? Это что за массовка? Кто каблучник? Он каблучник или до него каблучник? Это пиздец. Ну, это не может быть такого, чтобы это было на полном серьезе. Это прикол. Это все на полном серьезе. Мои заюха первые. Обнимались вчера вот первый раз, поцеловались. Твою как зовут? Лиза? Мою тоже. Вкусы на девочек, видимо, у нас похожи. Только ты богатый и крутой, а вот я отработал на заводе и иду домой. Да, сколько лет твоей заслуги? 23. Братишка моя тоже. Ты посмотри. Ну понятно, сейчас он допоется до того, что они ебут одну и ту же тёлку. Коростину. Тихо. Получается, короче, они об одной тёлке двое говорят, у одного бабки есть, у другого бабок нет, и она отсосала тому, у кого есть бабки. Ну а чё ты удивляешься, лысый, это нормальное явление. А чё ты удивляешься, это нормальное явление, какого баба должна ебаться с тем, кто не платит. Это концепция, да, я вижу, какая концепция, базара нет. А есть фотки посмотреть, кто... Плюс в чат все, кто согласен, что оба просто зачем делать такое лицо? Зачем делать такое лицо? Я вижу это лицо, я не могу, я смеюсь. Если честно, друзья, спасибо за дроп. Автолом. Кидайте ему еще. Ну, прикол тянут, ребята. Базара нет, но честно скажу, того рот топтал. Я не люблю шутки в музыке. Я не люблю приколы в музыке. Я не люблю камеди-музыку. Я не люблю приколы в музыке, а я ненавижу преступность. Я такую хуйту не люблю. Шутки в музыке и так далее и тому подобное. Спасибо. Я не люблю шутки. Спасибо в музыке. Посмеялись, это было смешно, базара нет. Поехали дальше. Ну, я могу рассказать предысторию этого трека. Ну так, вкратце. Мы его записали за полчаса. Клип сняли за полчаса, поэтому как бы оценка, в принципе, объективна, но я считаю, что наш трек лучше всех его треков вместе взятых. Это оценка по факту. Следующий трек будет гангстерский. Запишем специально гангстерский, чтобы ему скинуть на оценку. Такой в его стиле, чтобы там два слова было на весь трек, типа там ну такой чисто гангстерский трек. Снимем в заброшенном каком-то здании, в туалете, в сортире, как он снимает. И будем там просто рычать, пердеть и прыгать. И скинем ему на оценку. И пусть попробует, скажет, что хуйня, все.